Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на своем уроке. Обратите внимание на эти слова. Подумайте, какое из этих слов лишнее. Правильно, это слово множители. А каким словом можно заменить это слово? Произведение. Итак, давайте вспомним компоненты действия умножения. Множитель. Множитель произведения. Итак, сегодняшняя тема, ребята, умножение десятичных дробей. Рассмотрим пример. 59,8 умноженное на 1,3. Ребята, мы, как и умножали прежде десятичную дробь на натуральное число, Умножаем эти числа, не обращая внимания на запятую. Получаем 8 умноженное на 3 будет 24. 4 пишем 2 в уме. 9 умноженное на 3 будет 27 и 2 в уме 29. 9 пишем 2 в уме. 5 умноженное на 3 будет 15 и 2 в уме 17. Дальше умножаем на единицу. 8 умноженное на 1 будет 8. 9 умноженное на 1 будет 9. 5 умноженное на 1 будет 5. Теперь мы складываем эти две строчки и получаем 4. 9 плюс 8, 7 пишем 1 в уме. 7 плюс 9 будет 16 и 1 в уме 17. 1 плюс 5 будет 6 и 1 в уме 7. Теперь мы должны посчитать в каждой из десятичных дробей знаки после запятой. У нас два знака. Это один и второй знак. А теперь мы должны отсчитать справа столько знаков, сколько мы посчитали в десятичных дробях. Отсчитываем два знака и ставим запятую. Получается 77,74. Давайте теперь сформулируем правила умножения десятичных дробей. Чтобы перемножить десятичные дроби, надо первое перемножить эти дроби, не обращая внимания на запятую. Второе. Отделить запятой столько цифр справа, сколько их стоит после запятой в обоих множителях. Если в произведении получается меньше цифр, чем нужно отделить, то впереди пишут 0 или же несколько нулей. Давайте рассмотрим в примере. 0,254 мы умножаем на 0,03. Получаем. 4 умноженное на 3, 12, 2 пишем 1 в уме. 5 умноженное на 3 будет 15 и 1 в уме, 16, 6 пишем 1 в уме. 2 умноженное на 3 будет 6 и 1 в уме 7. Считаем после запятой знаки. В первом, в первом числе будет 3 знака. Отсчитываем 3 знака. У нас не хватает еще цифр, потому что во втором множителе 2 знака. Поэтому мы приписываем два нуля и ставим запятую. И вначале тоже пишем 0. Получается 0,762 тысячных. Следующий пример. 18 умноженное на 0,6 тысячных. Получается 6,8, 48. 8 пишем четырьмя. 1 умноженное на 6 будет 6. И 4 в уме 10. 108 получилось. Отчитываем знаки после запятой. У нас 4 знака. Но у нас э, в числе всего лишь 3 цифрки, поэтому мы добавляем 0. Отчитываем и ставим запятую. И вначале обязательно ставим 0. Получается 0,180 тысячных. При умножении числа на неправильную десятичную дробь оно увеличивается или же остается. Например, 4,2 умноженное на 3,5 будет 14,7. Если мы сравним число 4,2 и 14,7, то оно будет меньше. И следующий пример. 4,2 мы умножаем на единицу, получается само число. И они будут равны. При умножении числа на правильную дробь оно уменьшается. Рассмотрим еще пример. 4,2 умноженное на 0, целых. 35, сотых. получается 1,47. Теперь мы сравним 4,2 и э, произведение, то есть 1,47 будет меньше, чем число. Чтобы закрепить тему, я предлагаю вам выполнить следующее задание. Чтобы перемножить десятичные дроби, помните, нужно первое умножить их не обращая внимания на запятые. Второе. Отделить запятой столько цифр, сколько стоит в обоих множителях вместе. Рассмотрим задачу. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 12,5 дм и 6,2 дм. Решите эту задачу, переводя дециметры в сантиметры. Помните, что чтобы найти площадь прямоугольника, нам нужно перемножить стороны. То есть s равно a умноженное на b. Первый способ. Мы умножаем 12,5 на 6,2 и получаем 77,5 квадратных дециметров. Это будет площадь прямоугольника. Второй способ. Мы должны перевести... Как в задаче сказано, что нужно перевести дециметры в сантиметры. 12,5 это будет 125 сантиметров, и 6,2 дециметра у нас 62 дециметра. Мы умножаем 125 на 62 и получаем 7750 сантиметров в квадрате. Ответ. 77,5 это у нас площадь прямоугольника. И она равна 7750 э, квадратных сантиметров. Дальше вы должны э, такие же задачи решить сами. Длина пола 6,35 метра, а его ширина 4,82 метров. Чему равна площадь пола? И нужно ответ округлить до сотых долей квадратного метра. И третье задание. Веревку разрезали на две части. Длина одной части 5,4 метра, а другая часть в 2,5 раза больше. Найдите первоначальную длину всей веревки. Для повторения вы должны выполнить четвертое задание. Разделите.

0,5 звездочка равно 0, звездочка 5 сотых, 0, звездочка 3 сотых больше чем 0,5 звездочка сотых и в 0,800 звездочка 1 меньше чем 6,820 звездочка тысячных. Спасибо за внимание, до новых встреч!